И всем привет, вы на канале Летний, и добро пожаловать на продолжение прохождения Portal. Так, это, я так полагаю, уже, наверное, последняя, либо предпоследняя, либо, ну, какая-то уже почти концовочка. Окончательная серия, потому что, ну, как бы, понимаешь... сколько то можно уже? Типа уже почти конец, и как бы я надеюсь, что уже типа... Не то, что надеюсь, я просто понимаю, что уже скоро может быть конец. Вот, все, отстань, что ты от меня хочется? Так. Мы сейчас будем делать как? Как мы всегда делаем, да? Это, естественно, вот так. Ага, сюда, значит, надо. Опля! Бляха, что ж муха ж не вышла мне. А как так-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, это как так-то? Подожди, что-то не то, подожди. Хоп. Ай, бля, перелетело. Что-то надо придумать сейчас. Угу, надо в последний момент прям открывать. Ядрить-кадрить. Как это сложно. Ну, все, пиздец, я не могу открыть так. Надо стрелять чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше, все, поняла. Ой, бля. Угу. Но нам 100% вон туда, наверх, потом еще туда. Сложные загадки, короче говоря. Может, нам не надо туда, в принципе. Может, я смогу дострелить туда. Нет, не смогу туда стрелять. Есть, оранжевый. Теперь синенький. Есть, я долетаю. Хорошо, хорошечно прям. F5, и подожди, мне надо... Заебали эти проблемы с голосом. Это, конечно, да, он какой-то охрипает иногда от всяких... Ой, пиздец, мне пиздец. Я ж туда не добью никак. Хотя нет, чё это я не добью? Тихо-тихо-тихо, вы со своим... Тихо. Блядь, какая хуета, ну шо за шо мне их дали-то вообще? Надо их по-быстрому ликвидировать, если чё. Если честно, надо их по-быстрому ликвидировать. Есть! Вот это стелс был, конечно, сейчас. Вот этот стелс прям жесткий, прям. А я охуел от своего стелса, от своих возможностей. Если я все правильно думаю, сейчас я разгоняюсь и таким образом полетаю туда. Ой, бля. Подожди. Что-то я не то сделала. Здесь надо остановиться. И там надо поставить портал, в который я сейчас спрыгну. Все, я поняла. Поняла. Вот сюда, значит, ставим. И пытаемся. Да, бля, чё ты не прилетаешь-то? Вот эта хуйня мешает. Иди нахуй отсюда. И ты туда же. F5. Сейчас спрыгиваем опять, попробуем. Попытаемся. Я не уверен, что у нас получится, но мы попытаемся, естественно. О, почти, 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 почти вышло. Почти вышло. Надо больше разогнаться. То есть надо на самую эту... То есть практически надо на пол выстрелить. И там тварь эта стоит. Есть. Есть. Так, F5. Есть, все хорошо. Все правильно так должно быть.
какие-то краны, там заводы какие-то. Синий, оранжевый. Тихо. Спокойно. Будешь делать ты с этим голосом, ёб твою мать. Достал уже, реально. Так. Ну хорошо, мы в принципе выбрались. Кое-как. F5. Сохраняем и... аккуратненько здесь ходим, потому что что-то здесь не очень безопасно это все выглядит. Оно может обвалиться в любой момент. Никого? Тоже я знаю, эти падлы могут подстроить. И не такое. Так, коридорчики длинные, мне не нравятся вообще совершенно ни в коем случае. Блять, мне уже кажется, что здесь кто-то стоит. Так что лагать так? На всякий случай портал здесь поставлю. Так, опасно. У тебя должен быть респиратор. Admittance to авторизатор персонал only. Не-не-не-не-не-не. Иди нахер со своим персоналом. Так, а я могу так осмотреть. Стул, пошли со мной. Кстати, кто не знал, а я вряд ли думаю, что ты знал, потому что вряд ли ты в 2020 году меня смотрел. Да, были такие видосики в 2020 году. Кринжовые там пиздец просто. И, короче говоря, чё? Что это, блядь, такое? F5, подожди. Кринжовые были видосы. Там я, короче, тоже стул брал в амнезии-то, по-моему, который я не прошел. Ну, бывает. Может быть, когда-нибудь пройду ее заново, но не факт. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Да, более. Несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Да. У меня для тебя есть сюрприз. Ой, блядь. Сюрприза через 5 секунд. 4. Ой, блядь. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Где? Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного. Разгадаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Не важно. Понес ее отсюда. Эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Как выйти-то, блять? Я не хочу лезть не в свое дело, но на твоем месте я бы этого не трогала. Заткнись, пожалуйста. Я пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии. Да? Да, так и есть. Вот это что такое? Бля, что так лагает? Подними это, возьми и приладь на место. Что это делает? На чистоту. Ни ты, ни я не знаем, для чего служит эта вещь. Положи ее в уголок, разберемся позже. Не-не-не-не-не. Бачок для отходов. Давай покопайся в нем, если хочешь. Ты что-то делаешь страшное, я тебе не доверяю. Если тебе так нравится, сделай ей предложение. Хочешь взять ее в жены? Как тебя уничтожить-то? Я тебе позволю. Получил? Я тебе хоть раз лгала, я имею в виду в этом зале. Поверь мне, эту вещь лучше не трогать. Бля, а как выйти теперь? Чтоб это падло меня не... Так, эта вещь какая-то на портал похожа. Как ее соединить? Ничего не трогай и постой спокойно. Спокойно, через портал проносим. Сам подумай, если это что-то важное, почему я о нем не знала? Я хочу его уничтожить. 100% его надо уничтожить. Все, я теперь понял. О-о-о. Тихо.
Тихо. Синенький, оранжевый. Слушаю, мать, слушаю. Но ты меня как бы это раздражаешь. Оранжевый. Все, пошли со мной. Нахуй пошло. Блять, не вышло. Ща все выйдет. Ща эту херню уничтожу только так, только в путь. Иди нахуй. Бля, не хочет оно. О, какое оно досадливое. Нахуй иди. Да бля, иди нахуй. Да шо ж ты заебал меня. Короче, делаем вот как. Ставим эту херню. Не укачивайся только. Ладно, хер с тобой, укачивайся. Я сейчас так нажму. И сгорит у меня оно. Все. Нахуй. Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Да. Это был самый неумный поступок из всех, что... Ого. Ух ты. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. И что? Моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины, чтобы распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобней, пока я подготовлю распылители нейротоксины. Ой, блядь. Этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Ой, блядь. F5. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Ой, блядь. Не убить тебя, не исключает готовность. Ой, блядь. На твоем месте все же выбрала ракету. Давай. Этот аппарат не имеет ко мне никакого отношения. Это устройство каталитического крекинга. Оно делает... Ой, блядь. Может, дверь пробьешь? Ёб твою мать, чё она делает? Сука, оно не хочет разбиваться. Что делать-то, блядь? Бля, стелс сейчас пойдет, сейчас прям не знаю, что делать. Наверх надо, наверх. К ней. Слышишь ты? Давай, сейчас что-то надо выдернуть из тебя еще. Чтоб ты, дура, перестал этим заниматься. Чё еще ты хочешь приготовить ко мне? Так, как его уничтожить этой пушкой? Может, в экран надо навести? Тихо, лазер, иди сюда, не дури. Давай еще стреляй. Может, ее надо уничтожить как-нибудь. Что-то как-то она не хочет уничтожаться, если честно. Бля, как это сделать? Ищи меня здесь. Падаль. Хорошо, почти. Во-во-во, давай. Есть. Бля, пролетело так-то. Во, пониже, давай. Тихо. Ай. Чё-то как-то ей все равно, на походу, на это мои эти. Мне бы наверх, скорее всего, наверное. Пока. Можно этим управлять буду? Сука, нельзя. Можно этого убить, наверное, скорее всего. Только надо как-то отразить так портал, чтобы он... прямо на это навелся.
Есть. А, пролетел. Тихо. Тихо. Надо навести, я думаю, портал ровно. Ровненько. Вот так, допустим. Ага. Теперь еще попробуем ровнее. Все. Так-то оно пролетает теперь. Да уйди ты нахер, слышь. Заебал. Бля, что уничтожить-то надо? F5. Отъебись от меня, пожалуйста. Может, дверь надо уничтожить? Я что-то пока не очень это... Ну-ка, сюда наведи. Не, это бесполезно, короче говоря. Может, экран надо все-таки, но... Типа, оно не хочет. Так, здесь, я думаю, вообще нам не нужно. Смотри, вот тут нету. Угу. Скорее всего, нам нужно найти мертвую зону, чтоб и ее, так сказать, задеть. И чтобы это... Бля, повыше надо, шоль. Ты заебал. Мудила. Иди нахуй. А может, и реально надо ее уничтожить как-то этим образом таким? А ты что, выше не можешь подняться, да? Слушай, ты, падла, ты меня заебала так? А, может быть, надо стекло пробить? Но, кстати, не исключено. Так, а лазер меня не видит, судя по всему. И это плохо. Да ты чё, блядь, слепой? Бля, я умираю, что ли? Да. Время вышло. Время вышло-то. А что делать-то, я даже не знаю. Скорее всего... Бля, может реально? Типа, ну... Типа, я что-то как бы думаю, может быть, но это вряд ли так сработает. Ой, иди нахер, пожалуйста. Понято. Вот сюда давай, стреляй. Стреляй. Есть. Еще стреляй сюда. А, все уже, да? Все уже, падаль. Так, а дальше-то как? Как дальше-то я тебя уничтожить должен? Сука, больше ничего. А, иди сюда. Все, понято. Иди нахер. Все. Есть. Убил. Давай. А! Ноль, время.
Блять, я ж не успею так сделать. Надо стелс все прям делать, надо жутко стелс делать все. Надо переиграть заново вообще, в принципе, камеры испытаний. Так, это где сохранение-то хоть? Подожди. А это где сохранение? Автосохранение. Хорошо, я понял. Располагайся поудобнее, пока я подготовлю распылители нейротоксина. Да-да-да-да-да. Все, я теперь знаю, как с тобой бороться. Отвечал не только за принципы. У меня не получается. Иди сюда. Лазерный хер. Ну что ж, если хочешь совет, подставься под ракету. Поверь мне. Бля. Да-да-да-да-да. 5 минут у меня есть. Ага. Ага. Да. Все, у меня есть теперь время. Тихо, не дури. Молодец, я герой, спасибо, что... Так, синенький. Не пиздите вы все вместе. В ад. В ад мы идем. Оранжевый. Да. Бля. Вот и хорошо. Ой, спасибо для победы мне. Каких моих друзей? Не пизди тут лишней херни. F5. Ты меня заставил убить. Ты меня. Бля, куда она кинула эту херню? Сука, заткнись, ну. Я не вижу, куда она кинула эту херню. Вот это печально. Приемных, ага. Бля, куда она кинула эту херню? Я это не видел даже. Бля, куда она кинула это? Реально не вижу. Ладно, у меня есть 3 минуты еще, а где? Трубы, подожди. Да, молодец. Где оно? Чё, я не вижу его. Где она его закинула? Вот это проблема сейчас. Там, что ли? Не, здесь его реально не вижу нигде. Падла, куда она закинула его? Так, подожди, я что-то не пойму, где? У тебя нет приятелей, потому что ты на редкость неприятная личность. В твоем досье сказано неприятная личность. Чё она меня так чмирит жестко прям? Который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет тотчас забыт. И умерев, будет тотчас... О, оно, короче, жестко чмирит меня. Блять.
удовольствие. Тебе интересно узнать, что нас ждет после смерти? Для меня да-да-да, о, вот он. Вот он. Пошли нахер отсюда. Бля, вы чё все вместе-то пиздите так? Тих-тих-тих-тих. Слушай ты. Вали. Все, я тебя сейчас уничтожу, я тебя сейчас уничтожу. Я вас переиграю, я вас уничтожу, все. Это убийство. Что там? Что я тебе сделал? Нитроксин кашляет, это смерть. Хорошо, хорошо. Вот ты шутница какая, мы сейчас с тобой... Ай! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё, меня не видишь? Если меня не станет, ты зря. Время поверь, у тебя его. Ага, да-да-да. Понапрасну. Чего ты хочешь? Остаться в живых? В таком случае не советую причинять мне боль. Так, как мне теперь вот эту херню достать? Есть. Ой, блядь. Ох, нихуя себе. Ой, блядь, тебя надо скоро, скорее всего, уничтожить. Такой дикая хуета. Так, стой-ка тут, постой-ка тут. Стой, 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 не дури. Ебан, он орёт там. Демон, бля. Демон уничтожен. Если ты не умеешь считанные часы построить новый сверхкомпьютер, этот оплот. Я надеюсь, я спряталась. F5. Ой, бля. Чего-чего? Прекрати дергаться и мри, как мужчина, пока я не стерла запись твоего мозга. Прекратись, мне хватит, я выдаю запись. Чтобы не произошло дальше, ты мертв. Help. Я помог ей. А? Чего? Блять. Что за хуйня-то происходит? Я где? Это смерть? Птички. Апертура. Апертура. Я живая хоть? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, субтитры. Все. Меня кто-то тащит? Кто меня тащит? Алло? Тихо-тихо-тихо, ты куда? Ебать, вот эта концовочка. Шипение пара. Я кому помог хоть? Так, что это происходит? Это заставочка, да? Свист воздуха. Я куда лечу вообще? Что-то пока ничего не понимаю. Там кто-то сидит. Или что-то. Там что-то есть. Тортик. Щелчок выключателя. Так, мышка не работает у меня пока что. Глаза эти все. Бля, а можно мне тортик? Я не хочу тортика. Форма тест репорт. Ага.
Это конец, да? Вот это, бля, пиздец, конечно. Фух. Да давайте послушаем музычку. Я мог перевести, но не могу. Чё-то все в ошибке. Мы просто пытаемся бежать от тортика, но все науки... Я не злая. Я чё-то прямо сейчас... Ты разбил мое сердце и убил меня. И... спокойствие, что-то там... не понимаю. А, в окне я... И все они сгорели, потому что я была счастливая с тобой. И эти вещи... Не, эти точки в дате... Короче, ладно. Это песенка этой, которая нас, в общем-то, хотела убить. Последняя вещь. Так, ладно. В общем, интересная игрушка. И там еще есть бонусные карты, которые, наверное, мы тоже будем смотреть. Не знаю, когда, но... Возможно, мы посмотрим. Вот, такое прохождение закончилось. Поэтому всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, наверное, да? Вот. Все, всем спасибо, всем пока.